Можете сюда сесть, а можем вот сюда сесть. Так, давайте я посередине. Так, ты сюда с Жасмин. Султана, ты сюда у окна. А я посередине, чтобы вам было видно. Слава Богу. मुझे नहीं पता है क्या सीन है वो एक मिनट काट के देख लिया मेरे को इनकमिंग फील है बट नहीं व्हाट्सएप बैन है ना यू यहाँ पे तो वो सब बैन है भाई सोशल मीडिया सब बैन है Кроме дверей, которые наверх открываются, вообще ничего не было. Видно, что ее не получается. Вот меня укачивает, мне было вообще не реально. Меня вообще не укачало. Я हां मैंने उसको मुझे बताया कि दोनों भाई जल्दी आज थोड़ी होता मैं आधे घंटे बाद कॉल करूंगा हां मैं सफारी हूं भाई तो सफारी में आधे घंटे बाद कर लूंगा देखो मैं तुमको कॉल करता हूं आधे घंटे में तुम मुझे कॉल करके लियो देख ले पैसे कट तो नहीं रहे तेरे वापस Вон носорог, вот же спина. Смотрите, вот он. Это не камень, это морда его. Вот еще один. Ну, да. Уже три.
Смотрите, какие симпатичные обезьянки голопопы. Смотрите, они ищут, куда спрятаться. Да, знаю. Смотрите, такая лыжная куртка. Вот такие у нас пеленки из спермы в Таиланде. Их было 1000 штук там, с предводителем. Даже маленький. Чего с полосы? Это порост такой. Да, это. Такие. Слушайте, а вот там вообще справа вообще хороший. Я шла к тому маленькому. Да, детеныш, да? Мне тоже. А вот ты смог бы нормально кровать водить будет? Вот 100%. Вот 3 кровати. Надо в контактную деревню отсюда, короче, ехать. Я не помню. 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 Я не помню.
Смотри, вот смотри, он тебя подавляет.
Мама, а здесь есть бобры? Да, бобры. Можно? Которые строим. Мама, в английском алфавите есть? Лёша, спроси у него, сколько всего? Сколько всего этих мы будем посещать вольеров, так сказать? Просто чтобы знать, вот десятый. Ты сказала, что ты спрашиваешь. О, мам, это третья. А здесь решетка 11. Я не знаю. Слоны. Вон носороги слева. Смотрите, что там? Вон там, вон там. Там кто-то. Что там? Да, он вот здесь рот один у нас. Вот, иди сюда, свободен. Вон, вон. Что это? Единорог. Да, когда ты можешь это сфоткать, и вот оно перед тобой, а когда ты сидишь закрытым. Причем из ряда ты можешь подъехать, носорогу тоже можешь подъехать. Там просто написано, окно не откроется, но сумок с машины не выходит. Все, уже забирают. Был один случай, когда... Я поэтому на это купилась. Я видела автобус, который мне уже не делает. Посмотрим, что будет. Нет, это африканская правда, Серафима, у них не пятнистые, у них такие. Короче говоря, смотрим контакт. Я думаю, что могут
Кто там? Сон такой. Сон? Да, он такой. Видите? Это необычная, конечно, сама. Конечно, вот это там видел. Крокодилы! О, крокодилы, ребят, как вы хотели. Вот с моей стороны лети, вот с нашей стороны целых вон сколько, смотри. Нет, она даже тебе замедляет. Мама, он же может обидеться. Обиделся? Конечно, обиделся, здоровый. Иди ко мне, иди сюда, выйди. Смотри, смотри в окно. Да, выбирай слева или справа. Нет, вот, или вот это, или вот это. Не закрывайся, не выключай. Головой там мотает, там стекло, дочь, сядь. Это что ты сейчас ударилась? Вот это же все. Не-не, она в стекло головой. Надо мороженое хорошо найти. Да, зато классно, что ко всем подходишь. Офигенная армия вообще. А на Канарах какой классный. Да, вообще супер зоопарк. Она больше куда-то посадок там. Да. Мы что-то пришли, когда что-то ушли, я не помню, почему что-то ждать надо было долго. Это зоопарк. Да. А вот это вот мимо зебры на... Конечно, вообще очень смешно. Зебры уже Мы уже заканчиваем. Вон опять козлы, и я думаю, за конец. Мам, там есть три коза. Мам, здесь, наверное, три козы. Там было очень много. Мама, ты там крокодил. Где?
Да, давайте.
Я не хочу сюда. Ты хочешь? Третий. Вон он, зайц, он пьет. Вот видишь. Почему я не даю его вместе? Все равно. А почему я его? И мне взяли. А я так маленький. Дай мне маленький, маленький. Три. Да, 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 да,
Да не, Серёж, вообще неинтересно, не знаю. Мне что-то скучно.
Почему тут нас снимают? Я просто понять не могу, почему вот даже где зебра нельзя выйти. Там понятные хищники, но те животные, которые безопасны, для чего вот это вот сидение в автобусе? Я не знаю, знаешь, я не могу, что это безопасно, потому что сейчас нет. Абсолютно. Мы будем знать, понимаешь? Ну, мы с тобой платили самый дорогой, из всего того, где мы были, дешевле. А? Тысячи евро билет. Где? Да. Сто евро. Копейки что? Да, очень очень много. 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 Очень много